Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, страница 81, упражнение номер 365. Состав разной задачи по выражению 24 разделить на 6. Первая задача. Папе 24 года, а дочери в 6 раз меньше. Сколько лет дочери? 24 разделим на 6, получится 4. 4 года дочери. Вторая задача. В магазине было 24 центнера картошки. Была куплена ее шестая часть. Сколько картошки продали? Для того, чтобы узнать, сколько картошки продали, нужно 24 разделить на 6. То есть узнать шестую часть. У нас получится 4 центнера картофеля продали. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.